Здравствуйте, друзья! На сегодня 50-й грамматикум, и опять продолжаем нашу тему passé composé. Сегодня изучаем глаголы, которые формируют passé composé savoir и être. Сейчас я вам их покажу, уже показываю, переведу, и вы поймете, в чем дело. Посмотрите, давайте сначала прочтем. Passé, repassé. Sortir, ressortir. Monter, remonter. Descendre, redescendre. Entrer, rentrer, retourner. Казалось бы, они должны спрягаться у нас с глаголом être. Но, посмотрите, они спрягаются с глаголом être, если бы это я всегда переводила как? И вы переводили как? Passer – проходить куда-то, заходить или заново куда-то заходить. Sortir – выходить или заново выходить. Monter – подниматься, remonter – заново подниматься. Descendre – спускаться, redescendre – спускаться. Entrer – заходить, rentrer – возвращаться. Retourner – возвращаться тоже. Так вот, если вот так вы переводите, спокойно формируете passé composé с эхо. Но у них есть еще другое значение. Как раз-таки я вам говорила, что бывают какие-то манипуляции с предметами, да, и это у нас будет уже совлак. Так вот, passé можно что-то передать. Я вам беру и передаю телефон. Или, например, мы сидим за столом, я вам передаю соль. Это глагол тоже. Passe-moi le sel, s'il te plaît. Передай мне соль, пожалуйста. И j'ai passé le sel. Или же, например, мяч. Пас, дай мне пас. И мяч мы тоже передаем. И, конечно же, будет «Je passe la balle», а не «Je suis passé». Точно так же «sortir». Можно что-то вытащить из кармана. Можно выговорить с собакой глаголом «sortir». Можно что-то выкинуть, какую-то фразочку такую. Ну вот выкинул он сегодня, конечно, такую шутку. Это тоже будет «sortir», и это будет спрягаться с «passé composé savoir». «Monter» можно поднять чемоданы. Descendre – можно спустить чемоданы. Entrer – ввести какие-то данные. Rentrer – можно что-то вставить куда-то. Retourner – возвратить что-то, например, машину, возвратить кому-то после того, как вы ей попользовались. Давайте все это внимательнее посмотрим с примерами. Глагол passé. J'ai passé deux semaines à Paris. Я провел две недели в Париже. Или я провела две недели в Париже. Привести что? Две недели? Savoir спрягаем. Il m'a passé le sel. Он мне передал соль. Savoir. Дальше, когда с être. Elle est passée à la poste, она зашла на почту. Nous sommes repassés chez eux hier soir. Мы вчера к ним еще раз зашли вечером. Например, я с вами куда-то ходила вчера утром, а потом мы с вами встречаемся, вы меня спрашиваете, ну как они, были новости? Да, все нормально, я к ним еще вчера вечером зашла. То есть еще раз после уже нашей с вами встречи. Ну вот такой контекст придумала. Почему repassés, чтобы употребили мы. Mais bien, sortir. J'ai sorti mon chien deux fois aujourd'hui. Сегодня я выгулил или выгулила свою собаку два раза. Et puis, il a sorti son pistolet. И дальше что, он вытащил свой пистолет? Paul a ressorti quatre fois son porte-monnaie pour montrer qu'il est riche. Paul четыре раза доставал свой кошелек, чтобы показать, что он богат. Nous sommes sortis avant deux heures. Мы вышли 22 часа. То есть вот эти три предложения у нас... вытащить что-то, выгулять, заново что-то вытащить, это savoir, а nous sommes sortis, мы сами вышли, это уже с être. Дальше, monter. Qui a monté l'étagère, c'est génial. Кто смонтировал, кто собрал шкаф, ящик, вот этот вот, этажерку. То есть это тоже смонтировать. У вас, например, в Икее что-то купили, это нужно monter. Ensuite, дальше. Mon père a monté mes valises dans ma chambre. Мой папа поднял чемоданы в мою комнату. Они были в машине, например, внизу, и он их занес. Вот monter. Дальше. Vous êtes monté après votre mari? Вы поднялись за вашим мужем, представьте, вот по лестнице идут один за другим. Вот это monter. То есть вот это поднять чемоданы или что-то собрать, какую-то мебель, это savoir. А если вы сами поднялись куда-то, то это с être. Дальше. Descendre. То же самое, только вот антоним. Ils ont descendu tout le meuble en deux heures. Они всю мебель вынесли, спустили за два часа. Или же nous sommes redescendus pour prendre le petit déjeuner. Мы заново спустились, чтобы взять завтрак, то есть чтобы позавтракать. В отеле, например, впервые люди спустились, у них не работал телефон. Они спросили, когда будет завтрак? А потом заново спустились, чтобы уже позавтракать. Вот чтобы вы понимали, зачем нам это «re». Дальше, retourner. Il a retourné ma voiture à l'heure. Он вернул мою машину вовремя. Le kinésithérapeute m'a retourné. Кинезитерапевт – это массажист такой специфический, специальный. И, в общем, он развернул человека. Человек лежал на столе, он его перевернул. Ну, не так, конечно, легко, как-нибудь по-другому. Но, в общем, глагол «retourner» в этом смысле тоже используется. А если вы возвратились куда-то после двух лет путешествия, то это будет «être». «Je suis retourné après deux ans de voyage».
Voilà, entrée, rentrée. J'ai entré toutes les données, я ввела все данные, то есть в базу, например, какую-то, компьютерную. Дальше, il a rentré la voiture dans le garage, он вогнал машину в гараж, то есть на место ее поставил. Elle est rentrée tard, тут уже с être, она возвратилась позже. Попробуйте все эти примеры со мной прочесть, еще пересмотреть это видео. Дальше попробуйте проанализировать. В комментариях обязательно пишите, слышите ли вы эту разницу. Ну, даже в русском. Поднять что-то — подняться. Возвратить что-то — возвратиться. То есть вот эта вот логика нам очень важна. Тем более, что в следующий раз мы с вами будем проходить глаголы возвратные, которые у нас имеют свои особенности по всей композе. Ну, au revoir.